Друзья, всем привет! Сегодня я попытаюсь дать ответ на часто задаваемые вопросы. Например, как узнать номер ремня, как узнать на стиральной машине номер сальника или номер подшипника. Его здесь не видно. Нам нужно знать номер. Мы хотим купить новый ремень или подшипник или сальник. Но, друзья, нам не обязательно это знать. Если мы хотим купить какую-то запчасть, например, на эту стиральную машину, и мы это будем покупать в магазине, нам нужно знать название стиральной машины, ее модель и обязательно серийный номер. Где находится серийный номер на этой стиральной машине? Он находится вот здесь. Тут, где фильтр, на обратной стороне этой крышки. Вот серийный номер. Тут где много цифр. Мы записываем эти все данные и идем в магазин. И по этим данным нам выдают деталь точно такую, какую нам нужно на эту стиральную машину. Серийный номер может быть еще на задней крышке стиралки. Ну, обязательно нужен серийный номер. Мы можем знать модель и назву, но этого недостаточно. Модель и назва может быть старые, а серийный номер может быть новый, так как эта стиралка выпускалась раньше или позже, и какие-то были изменения. Так что серийный номер должен быть обязательным. Так само и на другой побудовой технике. Если что-то сломалось, мы записываем номер, серийный, модель и назву, и идем и покупаем в магазине. Еще можно это заказать в интернете, но таких сайтов очень мало, на которых можно вводить серийный номер. Например, мы берем... Вводим в Google онлайн-каталог запчастей, вводим название, вводим модель, и мы находим сайт, на котором можно заказать детали по серийному номеру. Когда этот сайт открылся, и там есть такая возможность, то мы вводим серийный номер и заказываем себе деталь, которая нам нужна. Но, повторюсь, этих сайтов очень мало. Так что... Если вы ремонтируете, не постоянно этим занимаетесь, лучше пойдите в магазин, укажите данные стиралки или любой побытовой техники, которая у вас есть, и купите себе эту запчасть. Друзья, я надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если да, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем удачи!